Уже первые старты показали хорошую готовность белорусских байдарочников и канаистов и некоторую несостоятельность девушек в борьбе за медали. Правда, в бой не вступила еще участница грядущей Олимпиады Маргарита Тишкевич, но даже ее выступление вряд ли изменит общую картину. Показательно, что мужская байдарка-четверка в составе Мазарян, Павлов, Медведева и Сидорова, Александра Ермакова и минчанина Виталия Белько после предварительной стадии является главным фаворитом. Если в финале ребята реализуют весь свой потенциал, быть им на высшей ступени пьедестала почета. Но если их первенство, скажем так, ожидаемо, то блестящая гребля воспитанника Мозырского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва Вадима Алексеевича в каноэ двойки настоящий сюрприз. Все дело в том, что парню только 16 лет, а состязается он с соперниками на 2 года старше. Одним словом, в субботу и воскресенье, когда пройдут финальные заезды, мы станем свидетелями яркой и захватывающей борьбы, которая, будем надеяться, в большинстве случаев завершится в пользу белорусских экипажей. All London day, will I run to the rock? Please hide me, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock.